Активный южный циклон, которому синоптики дали имя Даниэль, пришел на территорию Республики Западной Европы. Затронул он и Брестскую область. В воскресенье и в ночь на понедельник прошли сильные дожди, усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду и следом значительное понижение температуры. В областном центре шквалистый ветер повалил несколько деревьев, были повреждены билборды. В некоторых микрорайонах Бреста и населенных пунктах области отмечалось кратковременное отключение электроснабжения. Сотрудники МЧС 22 раза выезжали на оказание помощи населению. Они убирали деревья, упавшие на дорогу и перегородившие проезжую часть, деревья, упавшие на заборы, а также жилые дома. В трех случаях предотвратили падение деревьев, а в одном случае огородили аварийный билборд. К счастью, пострадавших нет. Зафиксирован один факт повреждения автомобиля в Барановичах в результате падения дерева. Уважаемые граждане, спасатели призывают вас быть внимательными и осторожными при сложившихся погодных условиях. На 4 мая синоптики также прогнозируют подобные погодные явления. Объявлен оранжевый уровень опасности.